Я думаю, то, что хочется отправиться в теплые страны, я думаю, то, что следующий сюжет поможет вам правильно собрать чемодан, когда вы отправитесь в свой отпуск. Подготовка к путешествию – одно из основных составляющих комфортной поездки. Нередко именно от предварительной подготовки зависит, сможете ли вы с легкостью перемещаться в незнакомой местности и спокойно осматривать достопримечательности. Прежде чем начать собирать вещи, вы должны определиться с целью поездки. Длительный отдых, деловая командировка и перемещение по городу в автобусе или пешком. Выбрав наиболее подходящий саквояж, приступаем к упаковке. Вот тут-то и начинается самое интересное. В багажную сумку никогда ничего не помещается. А еще и место под сувениры надо оставить. Еще один совет начинающим путешественникам. Прежде чем вы приступите к сборам, вам необходимо составить список вещей, которые вы возьмете с собой в путешествие. Для этого вам понадобится блокнот и ручка, либо смартфон. После чего походите, подумайте и вычеркните половину ненужных. Если вы берете с собой хрупкие предметы, то не забывайте завернуть их в мягкую одежду и поместить в середину чемодана. Скрученные в рулон вещи занимают меньше места в вашей багажной сумке. Также не забывайте о том, что в обуви есть место, которое необходимо использовать, иначе оно просто пропадет зря. Если вы будете лететь в самолете, то самые тяжелые вещи лучше надеть на себя. Так багаж будет легче. И не забудьте взвесить чемодан после того, как вы его собрали. Для того, чтобы собраться в небольшое путешествие сроком до недели, вам необходимо несколько комплектов нижнего белья. Вот такая вот небольшая косметичка, куда входит аптечка, расписанная по дням. Средства личной гигиены объемом до 100 мл. Зарядное устройство. И дезинфекция для рук. Также будет не лишним с собой взять вот такую вот подушечку, которая убережет вас от головных болей. Если вы будете путешествовать самостоятельно, то постарайтесь по возможности проконсультироваться с туроператором. Он подскажет вам нюансы, о которых вы могли даже не задумываться. В некоторых странах присутствует обязательный лимит денежных средств, который должен быть у туриста при пересечении границы по прилету. То есть, ну, к примеру, в Таиланде есть правило, что у каждого человека наличными средствами должно быть не менее 800 долларов. И, конечно же, у каждого человека есть свой список самых важных вещей для путешествия. Дождевик, который у меня просто так дома, он как рыбацкий плащ. Ни разу в жизни им не пользовался. Валик и банка красок. Что-то противозаконное. Холодное оружие, например. Ролик для пресса. Ну, наверное, самое главное, без чего ваше путешествие может не получиться, это паспорт и билеты, которые можно оставить в спешке дома. Поэтому попытайтесь выделить достаточно времени на сборы. Все необходимые вещи я собрал и готов к путешествию на Мальдивы. По приезду расскажу, как там было интересно. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня.